Внимание. Спасибо за внимание. Обязательно должно быть какое-то вступление для выпуска нового Funny Horrors. Короче, поехали. Знаете, ребят, вот тут стою спокойно под дождем и думаешь, ну нафиг, лучше на улице постою. Ибо если у нас там ходят монстры, то пускай они себе ходят, а я под дождем погуляю. Все же, в этой игре у нас же нету такой фигни, что увидит нас мать под дождем, то сразу мы получим ремня. Так что, хотите жить в этой игре, гуляйте под дождем, ибо если он кончится, то вам будет очень плохо. Вышел Бартик на крыльцо, почесать свое яйцо, ой-ой-ой, то есть лицо, сунул руку, нет яйца, фу, лица, надо с коммуниздить у отца, ну то есть удалить. Барт, у тебя трусили жмут что ли? Вот мне интересно, чувак бегает по дому и ищет яйца, при этом он рискует жизнью. Если тебе так нужны яйца, чувак, то дождись ё-моё утро и сходи в магаз за ними, или у соседей одолжи, ну то есть, зайди в курятник у соседей, суешь руку в жопу курицы, и вот тебе яйца. Я решил немного схитрожопить и попробовать пройти через черный вход. Ну или какой-нибудь такой баг найти, чтобы фастом игру пройти, а то игра тут намного тяжелее, чем седьмая ночь первого ФНАФа. Мардж, ты чё, какие яйца? Ночь на дворе, магазины закрыты. Или стоп, зачем тебе мои бубенчики? Вот опять. Стоит Меге проснуться, так сразу иди Гомера и успокаивай ее. Не успокоишь, то лови скример и переигрывай уровень. А Мардж волновать это не должно, она же монстр. Бард Блэк, собираю яйца для тебя, а потом сам и нападаешь на меня, чё за несправедливость? Ну, Лизу я выманил. Дверь, падла, нахрен двери, лучше через окно прыгать. Эй, папа, куда ты собрался? Папа, куда денег без строя? Короче, решил я включить вторую главу, а то первую пройти просто невозможно. Ну зашибись. Решил я просто обыскать машину, так и сразу Меги проснулась. А я еще далеко и плюс к тому, что где-то рядом там бегает Мардж. Алло, привет, Мардж. Ну почему, Блэд, мне так не везет с рандомом? Ага, первое яйцо нашел. Второе яйцо нашел. Ага, третье яичко. Четвертое яйцо. Во, уже пятый нашел. А вот шестое я нифига не нашел, потому что меня нашла Мардж и дала пилюлей. И тут снова мне осталось найти последнее яйцо и Блэд. Опять Меги проснулась. Да и еще дело в том, что и Мардж недалеко находится, и она уже бежит сюда. Если я выбежу на улицу, то она заметит меня. Поэтому я придумал гениальную тактику. Правильно, спрятаться за холодильником. Все, Мардж, меня тут нет. Я всего лишь мусорка, который стоит в углу холодильника. И надо же, оказывается, тут реально можно спрятаться, и она тебя не заметит. Но это не всегда, Блэд, падла, работает. Давай, давай, ура, наконец-то. Осталось только к выходу прибежать. Не зря руку тренировал за просмотром хентая. Так, стоп. Ой, спалился. Нет, я не спалился. Мардж меня не заметила. Е-е-е-бои, я пришел, да-да-да-да-да-да. Опа, я играю за Гомера. Ну-ка, сейчас мы узнаем, что будет. Эй, чувак, если ты призрак, значит ты что-то знаешь. Ну-ка, говори, это допрос. 28 ударов ножом. А почему черный экран? Я что, умер? Тут я решил ускорить, так как я прошел это дело с первого раза, да-да-да. We'll be right back.
И снова я собрал 6 яиц. Так, ты чё сделал с Гомером? Слышь, ты паскуда, ты чё охренел? Нельзя так с Гомером, он тебе ничего плохого не сделал. Ладно, здесь я тоже ускорю процесс, потому что, к моему удивлению, я прошел это тоже с первого раза. Я не понял. Это чё, Блэд? Он сначала Гомера убивает, а затем Неда. Ладно, может, там тебе Гомер что-то накосячил. Но Неда-то за что? Он же просто сосед Гомера. Ах ты ленивая жопа. Забрал яйца и при этом нажился на чужом труде. Прикиньте, мы собирали яйца, а он взял и убил их всех. Так, где мой номер винчестеров? Тебе писец, жди, за тобой выехали. Ладно. Если вам понравился видосик, лайк поставьте. А если вы не хотите пропустить новые выпуски Funny Horrors, то смело подписывайся на канал, если здесь впервые.